сделал? За что? За то, что целый бой сидел и ничего не делал, просто держал его сбоку. Я ему сказал один раз просто так, спросите его. Сказал, в следующий раз так же будет, я дам предупреждение. Целый бой. 5 или 4 минуты ничего не делал. Ну я зашел просто за держал. 2 минуты до конца и броски были. Какие броски? Вы что? Вы хотите, чтобы мы посмотрели сейчас видео? А вот смотрите покажу. Видео, а хорошо. Он целый бой сидел и держал. И мешал, мешал проведению боя. Он мешал своими действиями, он ничего не делал. Из-за него он не мог ничего делать. Они имеют право по регламенту дисквалифицировать всю команду, а также наказывать и других. Они работают. Смотрите регламент, потому что он целый бой ничего не делал. Он просто держал его сбоку. Это предупреждение за неактивность. Вопрос еще есть? Или балл. Или предупреждение. Предупреждение. Или бал. Вы самый умный или что сейчас? Или бал. Мне сказали, что бал. Ты говоришь, кто сказал бал? Вот на том ковре. Кто сказал? За что? Оставьте их покой. Хорошо. Серега, есть что Закончится ли у нас?
Второй ковер.